Итак, наша цель – это создать необходимые условия для того, чтобы в наших церквах было больше молодых людей, и, конечно, чтобы они ходили в церковь постоянно. Вот, и для этого мы предлагаем вам суперсредство – это каникулярные православные лагеря. Итак, для того, чтобы финансировать наши лагеря, мы будем платить малую оплату с родителей. И, конечно, будем использовать различные гранты, которые для таких ситуаций существуют довольно много. И наша основная опора – это муниципальный бюджет. Мы предложим проект православных лагерей для детей в местные административные центры, для того, чтобы они немного помогли нам всем, потому что подростки могли бы работать на благо города и так собирать деньги на лагеря. Tell me to mention, project implementation, so how are you going to enact this process? Can't your team be organized during vacation breaks for schools, either in winter and summer, depending on how long the break is, keeping things steady as well, in order to keep them coming, to keep their concentration and their company on that each camp, to have its own unique theme and characteristics, so it's not the same camp each time, so people can keep coming back here in the school as well. These activities that the children will be doing include divine liturgy courses, spiritual talks, workshops regarding church practices, for example, how to serve the altar, how to sing the choir, how to make a short video, how to prepare postcard, and tours of local cities and landmarks, of course, to do some sightseeing, it's very important, and dances, family dances, not very many, dances, and other activities relating to spiritual growth. Итак, как мы будем этим заниматься? Лагеря будут открыты во время школьных каникул, например, летних или зимних, или даже во время учебного года. И каждый лагерь будет иметь свою собственную тематику и символику. Поэтому детям будет интересно возвращаться в эти лагеря и даже менять лагерь в зависимости от сезона. Вот. И также в программе будет, конечно, божественная литургия, духовные беседы с батюшкой. Вот. Дети смогут работать с приграми и учиться, например, делать четки, петь хоры. Ну и также они будут совершать экскурсии, конечно, на достопримечательности. Ну и, конечно, много разных других интересных вещей. And what's the inspiration we'd like to see? And thank you for your attention.